Бесплатные фильмы и сериалы смотри на сайте visfilms.net. Здравствуйте! Сегодня я хотел бы вам рассказать, вкратце показать патрончик, купленный в Леруа Мерлен. Ну, он, в принципе, может продаваться где угодно. Патрон быстро зажимной для дрелей, для отверток аккумуляторных от фирмы КВБ. Якобы производитель Германия, сверла от 0,5 до 6,5. Ну, в принципе, это больше как бы не рассказ, а описание. Вот, в принципе, удобно. Я его брал конкретно под отверточку. Он, как и обычная бита, примагничивается. Вот в чем конкретно я хотел показать косяк. Вот такой вот у него металл. Видите, трещина. Хорошо видно. С другой стороны, есть где-то уже еще маленькая, но настолько маленькая, что моя камера не передает, в общем, ее наличие. Вы не просто не разглядите. Вот эту хорошо видно. Данной насадкой я пользовался исключительно, ну, прям для поделок. В общем, я сверлил маленькие там палочки буквально от мороженого. Какую-то, если деревяшечки, ну, совсем такие тонкие, то есть никакой нагрузки, ничего я не давал. Ну, смотрим. Вот у нас мы берем с вами миллиметр сверло. Давайте, чтобы время не терять, вот так. Глубина у нее, соответственно, очень маленькая у патрончика. Вот сверло, это единичка, 1 миллиметр. Зажимает довольно-таки, в принципе, неплохо. Ну, основной максимальный у него диаметр, это я считаю, что 6, не 6,5. Вот стоит шестерка. Кулачки сами патрона уже практически не выступают, буквально миллиметр. Посмотрим, что будет с семерочкой. С семеркой уже они, грубо говоря, в глубине. Их уже даже не видно, если вот так прямо смотреть. Они при утопле на миллиметр внутрь. Соответственно, да, 6, при 6,5 они будут ровно по краю, по ободку данного патрона. Я считаю, что данный патрон сделан из отстойного металла. Это сугубо лично мое мнение, как бы основанное на том, что вот вы, как говорится, видите. В длину данный патрончик, сам патрончик, 3,2 сантиметра, 32 миллиметра. С кулачками закрученными, давайте вот так до конца, общая длина 6,5 сантиметров. При утопленных кулачках за подлицо с краем длина 6,5 сантиметров. То есть то же самое, в принципе, потому что кулачки, эта часть уменьшается, здесь выдвигается. Из чего состоит, в принципе, данное изделие? Вот шестигранник наш стандартный. Выкручиваем эту часть. Ну, давай уже. Вот он самый магнитик. Ну и там маленькие-маленькие слабые пружинки. Получается, сам металл вот этот, он очень тонкостенный. В общем, перевод денег. Ну, правда, стоит 278 рублей. Так что, честно говоря, я от него вообще, в принципе, не в восторге. Он удобный, но пользоваться им, скорее всего, только для очень-очень маленьких сверл. Я считаю, что максимум там до 4, наверное, даже не до 5. Иначе он быстро очень у вас также растрескается. Хотя я еще раз уточню, что я им, в принципе, особо не сверлил. Как бы заодно я его, в принципе, больше как бы тестировал, как он себя поведет. Но он себя повел не очень. Так что, если вы согласны, что патрон такой не фонтанский, не забудьте поставить мне лайк, поделиться этим видео со своими друзьями, подписаться на мой канал. Все, всем спасибо, пока!